Вечерние наряды, аплодисменты, улыбки и заветные дипломы о получении премии губернатора «Наше Подмосковье». До всего этого соискателям необходимо пройти нелегкий путь. Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и проявление гражданской позиции жителей Подмосковья. За 6 лет проведения конкурса в нем приняло участие более 230 тысяч жителей Подмосковья. От Ленинского района на соискание премии было направлено порядка 2000 социально значимых проектов. 271 житель района был удостоен звания лауреата. Призовой фонд составил 21 миллион рублей. Каждый год условия получения премии менялись. Не стал исключением и год нынешний. В этом году изменено количество лауреатов. Если в прошлом году премии получили 2018 человек, то в этом году премий всего будет лишь 1000. В том году премии были разные по своему размеру. 55 тысяч, 155 и далее. В этом году кардинальное изменение в этом. Все премии, 1000 премий будет по 180 тысяч рублей. Кроме того, проекты будут соревноваться не по количеству участников в инициативных группах, а по номинациям. В этом году предполагается 4 номинации: экология, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность и прорыв. Подать заявку необходимо онлайн на сайте премии. Все устроено так, что сделать это сможет даже очень неопытный пользователь. Для этого необходимо зайти на сайт наше-подмосковье.рф и зарегистрироваться. А дальше действовать по подсказкам. Но если и это для вас сложно, на территориях городских и сельских поселений организовано 9 консультационных пунктов. Там помогут составить заявку, отсканировать документы, дадут необходимые консультации. Ольга Вавилова – член общественной палаты района, волонтер и руководитель ряда благотворительных проектов. Уже в четвертый раз она будет принимать участие в премии «Наше Подмосковье». Два раза Ольга становилась лауреатом. Для тех, кто решил попытать свои силы впервые, опытная участница объясняет, что в проекте главное. Обращай внимание на охват проекта, на контингент, который рассчитан на проект. Важно, возможно ли этот проект масштабировать и делиться с коллегами из других районов. Ну, важно, насколько насыщена деятельность, то есть это не разовый какой-то проект, а действительно проект, который может развиваться из года в год. Соискателями премии могут быть граждане России, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Прием заявок на соискание премии продлится до 4 августа. Затем второй этап – презентация проектов. В Ленинском районе это мероприятие традиционно проходит во Дворце спорта «Видное». Во время презентации необходимо рассказать о своем проекте специальной комиссии, ответить на вопросы. Участие в презентации обязательно. Следующий этап – оценка проектов. Она будет проводиться членами экспертного совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Чтобы пройти этот этап, стоит хорошо подготовиться. Я бы всем рекомендовала очень внимательно отнестись к заполнению раздела на сайте премии «Документы, подтверждающие реализацию проекта». Я бы рекомендовала всем подготовить письма рекомендательные от органов местного самоуправления, от каких-то сообществ людей, может быть, рекомендательные письма от участников проекта или от тех людей, ну, на кого был направлен этот проект. По итогам оценки проектов на торжественной церемонии награждения будет объявлен полный список победителей конкурса на соискание премии «Наше Подмосковье». Произойдет это в ноябре. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.